В Новосибирск привезли шедевры из коллекции Русского музея. Более 50 произведений Куинджи, Саврасова, Айвазовского, Репина и других мастеров пейзажной живописи. Выставку «От рассвета до заката» несколько часов назад открыли в залах художественного музея. Картины распределены не по авторам или хронологическому порядку, а по сюжетам. В одном зале «Лунная ночь», в другом «Рассвет», в третьем бушует водная стихия. Зрители имеют возможность сравнить, как мастера 19 века, советские художники или наши современники работали с тем или иным состоянием природы. Выставка проходит в рамках нацпроекта «Культура». До Новосибирска ее видели только петербургские ценители искусства. Русский музей по международному рейтингу за 2021 год занял второе место в мире после Лувра. Поэтому я считаю, что для наших жителей Новосибирска, Новосибирской области, для гостей региона уникальная возможность, никуда вот не выезжая, посмотреть поистине вот эту блестящую коллекцию.